На Пасху и солнце радуется. Такая присказка давно бытовала на Руси. В некоторых местах до сих пор сохранилась традиция встречать рассвет. Говорят, в это время солнце играет, то есть, когда оно поднимается из-за горизонта, кажется, что форма его меняется. Оно кажется то огненным шаром, то вытягивается и принимает форму яйца, то становится почти четырехугольным. По всему небу пробегают всполохи, от нежно-розовых до ярко-золотых. Надо было мне все-таки последнюю рюмку выпить. Что-то я не вижу. Вот, смотри, засветило. Вот линию горизонта, по туману просвечивает. Давно замечали еще одну особенность. Отмечают Пасху в разные даты, но погода почти всегда бывает в этот день на удивление солнечная и праздничная. Говорят, мир, созданный Богом, радуется воскресению Христа. И в этот день отмечают необычные явления. Не только солнце играет, но и радуга появляется в ясный день, и рассветы с закатами дарят удивительные краски.